Приветствую тебя, мой дорогой миракулер или моя дорогая миракулерша. Неожиданно врываемся снова с тобой в историю моего прошлого. Первая приставка, которая была у меня, это PlayStation 1. Я помню этот прекрасный день, когда папа принес мне вот эту вот приставку. Поставил мне, говорит, играй. Я думаю, папа, какие же игры ты мне принес для PlayStation 1? Папа у меня на 20 шагов вперед думает. А я просрал, кстати, все, подожди. А все, это перезаписывается сначала. Я говорю, папа, какими же играми мы будем наслаждаться вместе с тобой? Папа у меня думает на 200 шагов вперед, потому что он у меня гений, и он приносит мне первую игру, которая на моем PlayStation была, это Sega. 100 лучших игр для Sega. У меня папа Райан Гослинг, кто не знал, если что. Тут написано игры, значит, можно играть. Купил 100 игр на одном диске. Это было умом. Да сейчас DLC продаю, да, и игру не полностью, чтобы ты потом докупал подписки на нее всякие, да, и дополнительные донаты. Чем славится этот диск? Он у меня супер дерьмово работал на моей приставке, и тут лагало все абсолютно. От проклятого звука до проклятых текстур. Перевел образ этого диска в качестве приколеса. И тут нормальные текстуры, понимаешь? В некоторых играх. Поэтому сегодня с тобой насладимся некоторыми игрульками, которые были здесь, на вот этом вот диске. И если до этого видосе будет много лайсов, то я продолжу дальше играть в этот диск. Первая игра, которая называется у нас Action Fighter. Нас чуть машина с тобой не задавила, представляешь? В самом начале. Ты сидишь на телефоне, это все сейчас смотришь, а на тебя чуть жигуленок не вылетел, понимаешь? Посмотри. Страшно, офигеть. Я буду гонщик пробел, да? И bullshit, говорит. Секретные команды. Первая миссия. Утони называется. Мне нужно убивать всех людей, которые едут по автостраде в Геленджик. То есть люди, которые вот эти дурачки... Пальмы, кстати, это реально дорога в Геленджик такая, кто не знал, да? Там пальмы, постоянно солнце светит, и какие-то вот кибитки стоят цыганские еще. Да поедь ты прямо. Дурачков, которые не соблюдают правила дорожного движения, уничтожать, понимаешь? Вот... У меня миссия утонуть, не взорваться. Да ебана ты мать, а поворот направо. Я поверну? Это я повернул, кстати, кто не знал. А вертолет для какой цели? Я в отбойник влетел. Это лучшая игра в мире, у нас мало времени, мы должны насладиться с тобой всеми играми. А следующая игра у нас называется «После того, как я сгорел очко». Вот так вот, вперед. Самая лучшая игра в мире, самая лучшая игра на этом диске. Да ты шо, самолеты! У Сеги есть свой авианосец, кстати, кто не знал. Sega Enterprise. Sega настолько богатый, то что они могут позволить себе авианосец американский купить. Почему бы и нет? Ты посмотри, какой графен! Да ты шо? Я не помню такого до PlayStation 1, у меня все лагало. А где тут хотя бы, ну хоть я не знаю, ну описание какое-то, хоть что-то делать, чё? Потрясающая игра, на самом деле, держу в курсе. Это просто великолепно. Это сон в плюс 38 у тебя. Ну, когда температура у тебя плюс 38 градусов выше нормы. А, вот так вот, стейдж 2. Скорость 7500. Неплохо. А каких-то брал? Давай я скипну. Мне просто идти... Это босс был. Тут боссы есть в этой... А в чем смысл? Подожди, я пройду сейчас игру, мне идти... Я умер. До 6 уровня я могу вообще не двигаться. Да, мужик, пиздатая игра у тебя, кстати. О, Алекс Кит, сука, как же я ненавижу эту игру. Как меня вымораживает этот конч. Так всрато нарисован, я не знаю, почему он меня бесит. Популярный был невероятно раньше, просто капец. Что за чмошник? Полбати только есть какой-то непонятный. Тут еще и сохраняться можно в этом говне. Ну давай старт new game, у меня нет сохранения. Я слышала то, что ты новая аркада была открыта. Реально? Давай в гоу. Потрясающе. Бать, дай денег на аркаду. Здесь сейф, но я... Он закрыт, не могу открыть это. Сука, как меня бесит Алекс Кит. Он конч. Он реально просто конч. Да не то. Время 9:30. Я 30 минут ищу 8 бумажек у себя в доме. Вот это проблема, когда в большом доме живешь, а не в однушке где-нибудь в Бибире. Вот Dial Number. 112, пожалуйста, мне. Больше сюда не пиши, от тебя говной воняет. Это Алекс комната. Хайповая. Только спать ему, правда, негде, да? Он спит стоя. Что? Еще раз. Тупая игра, дурак на Алекс Киде. Алекс Кид, Miracle World у нас теперь. Ой, хорошо, какая же игра прогрессивная. Эта игра просто имбат и по своей... Кольцо всевластия в этой игре есть, драконы! Можно я просто... Да ёб... Я умер, да? Как прекрасен мир, в нем можно умереть. А я могу умереть в этой игре? Сколько у меня хп? А, я проиграл. Он пьет пиво, почему ты пьешь пиво? Почему ты пьешь пиво? Госспидран, кстати, я умер. Опа, хорошо, полурубля. Это где так красиво? Можно с горы упасть и упасть в воду, да? Это анапка только так может, да? Не, ну ты представляешь? Да ёб... Дурак, ты вниз проедь! А я умер. С нулевой? Это лучшая игра в мире. Потерянные звезды, Алекс Стар. Это, видимо, когда падение, когда у него популярность закончила, он упал. Сейчас будет про алкоголизм Алекса Уорлда, насколько я понимаю. Во второй игре мы увидели то, что он начал пить. И посмотри, что с ним сделал алкоголь. Ты посмотри, он маленький мальчик, ему лет 7 должно быть. Он уже, посмотри, скуфился максимально на алкоголе. Какой-то злой Овен украл у меня подарок. А я бить могу? Нет.
Как же игра сильно пытается прогрузить то, что умер Алекс Уорлд. Игра просто старается прогрузить смерть. Так нравится, как сверху хпшки показываются. Вот разработчики очень красиво вышли из ситуации, то, что типа, мы не знаем, как сделать так, чтобы хпшка с Алексом Уорлдом шла вместе. Поэтому просто нарисуем по всему уровню его хп и пофиг плюс пофиг. Какой же звук приятный. Это звук на единичке, понимаешь, на единичке. Ты представляешь, что было у меня в детстве, когда я на телевизоре включал? Я включал без звука. Тут еще и текстуры всратые были. Я, может быть, когда-нибудь запущу на PlayStation 2, если у меня по... Блядки, сука, трамвай. Это не Алекс Кид, это Анна Каренин Скид. Я этот звук поставлю на будильник. Я буду просыпаться и ненавидеть все еще больше, чем обычно. А время кончилось. В смысле, жизненное время кончилось. Алекс Кид умер, короче. Я вижу казино Хаммес, представляешь? Во, в казик залетим с тобой жестко, неистово. 1989 год. Посмотри, какой красивый Лас-Вегас был в 89 году. Охохох, написано. Воу-воу-воу. Найс казиночек, кстати. Я буду мистер А. Уля какая, это ты шо? Карты красные, вот машина пинбол. У тебя локоть, по-моему, шелушится, аж осыпается, дорогая. Ты себе хотя бы помазала, я не знаю, чем-нибудь кремчиком каким-нибудь. Пинбол. Среднестатистическая дефолтная тянка в казиноче. Нежная, мидл или степ? Какой ты префер пинбол? Я степ хочу. Вкусная конфета. Что происходит? Я казик сломал. Я казик сломал. Пиздарки, я сломал казик. Он не перезагружается. Все, пиздец, казик сломался. Как вы думали, почему казик запретили? Потому что я его сломал. У меня умер эмулятор. Ты понимаешь, насколько этот проклятый диск на самом деле? Мистер А вернулся в казик. Давай я буду мистер Б. Давай в покер. Давай с членом посражаемся. Давай немножко повеселимся. Опасно, когда тебе член такое говорит, конечно. Ну да ладно. Не, ну у меня троечка. Давай, бэт. Пасуй, дурачок. Пасуй, член. Ты что, бесстрашный, что ли? Мужик, я тебе сейчас и деньги выиграю. Card to exchange. Вот этот хочу. Exchange. Бомба. Я буду играть в очках, чтобы он не понял мои эмоции. Погнали. На соточку поднимем, да? На 101 поднимем, кстати, да? Ой, хорошо. Race, кстати. На 102 поднимем, кстати, да? Я люблю, кстати, на 75 поднимать, да, если что, ставочки. Все, да тебе, дурачок. Куда ты на отца игры лезешь? Спросите у моей девушки и у Сани, как говорится, и у его девушки. Спросите, как я раз... всех в покере жестко вообще. Домой в помоечку, дурачок на члене. Это ты на моем члене, дурака на сын. В казик, погнали еще раз. Добрый вечер, мистер Хидж. Давай в слоты зайдем с тобой поиграем. Чего тебе так хлебало разлетает? Давай на соточку сразу сыграем. Погнали. Опа, хорошо. Соточка. Как поставить? Да хватит ставить. Я все бабки поставил. Я все бабки просрал, кстати. Сейчас, если мы не выиграем, то это беда. Ой, беда. Бездарки. Я все деньги проиграл. Не играйте в казик, господа, да? Только по моим реферальным ссылкам, но у меня их нет, к сожалению. Здравствуйте, я мистер Абзде, кстати, да? Пинбол наиграемся, я не знаю, давай джентл, да? Ну, чтоб не сломался у меня эмулятор. Вот тебе джентл пинбол, кстати. Погнали, Alien Storm. Инопланетяне напали, выбери плеера. Конечно, хард, я что, тебе пуся, что ли? Я не пусси-бой. Да ты шо, блядь, я мужик с хлыстом. На тебя жопа в говне, получай. Улитка заходит в бар, кстати, да? Прям как из мимасов. Я вообще не понимаю, как он присел, на самом деле. Я случайно скипнул. Пошла в жопу. Лучшая игра в мире. Хард уровень, кстати. Что тут харда было? Я что, не уничтожу 4 пиццы и 3 улитки, которые заходят в бар? Вот поэтому они на нас и не нападают, потому что они понимают всю безысходность ситуации. Потому что тут есть монстр, машина, сука, чудовище, которых уничтожит, хлыстом отхлыщет все. Погнали. Astro Warrior, Pitpot. Тут еще засунули, понимаешь? 100 игр, а еще 2 игры засунули в одну игру. Ты что, 101 игра, одна бонусная. Бонусная игра, кстати. Так, сын дерьма, ты это. А что мне делать надо? Рыцарь, который собирает сабчики? Это моя любимая игра. Этот рыцарь я, кстати. На самом деле. Слушай, там почкованием гоблины размножаются. Это адекватно? Ой, господи, Astro Warrior, давай тогда посмотрим. О, это игра как в этом, как в Мадагаскаре прямо. Да ты шо? Я не понимаю, что хорошее, что злое. Тут же где-то бонуса должны быть, по идее, да? На усиление. Танки, самолет, вертолет и корабль. Тут все есть, что тебе надо. Вот это усиление. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Я умер. Я в этой игре умудрился умереть. Паника в банке, кстати. Давай. О, смотри, какой-то рейнджер. Ага. Вот он такой. Ага. Ты что, меня стреляешь и в моих подписчиков прекрасных средств. Ты что, быдло, что ли, сука? А мы еще и за него играем. Что у тебя с хлебалом? Что, пол хлебала нет? И что теперь, а? Ага. Рублик. Рублик. Кайф. И чё? А в чем паника-то? Мне ебанки деньги дают. Нормально? Ну, умом же все. Ну, и четвертый сейчас ебадок придет. И чё мне? Алло. Игра про то, что приходят ебанки через 12 дверей в отделение Сбербанка и отдают тебе деньги. И все потом радуются после этого, что я никого не застрелил. Представляешь себе ситуацию? Ты на Диком Западе идешь положить деньги себе на карточку, а там какой-нибудь охранник ебанутый, который тебя застрелить может. Хорошо, давай вот так.
А что это было? Мужик пьяный какой-то. Просто спился, понимаешь, ему столько денег принесли, ты должен был их в банковскую ячейку положить, а не бухло себе покупать. Он спился нахрен, все, на втором уровне умер уже, понимаешь? Bomber Raid. А что не Shadow Legends? Блин, как хорошо бы тут интеграция зашла с Shadow Legends. Почему они не берут у меня рекламу? У меня 13 просмотров, я супер популярный парень. Ага. И 6 ебанков каких-то послали меня, да, хер. Bomber Raid. Мне ебанка еще подарили маленького, он стреляет влево. Какой же ты, сука, бесполезный. Дуло, это погнутое, поэтому только в бок стрелять умеет. Прокованный он, поэтому как бы в баночке продается, которая по воздуху летает. Блин, я умер. А этот ебанок взорвался. Раз шеф взорвался, и я взорвусь. А чё мне, да? Они не стреляют. Они даже не стреляют. Они просто мимо пролетают. Ну давай вот так. А я умер. Bomber Raid. Вообще никто в тебя не ставит. Они просто прилетают, такие: патроны забыли, сейчас вернемся. И так 13 раз делают. Банан заброс. Добрый вечер, ебанки. У меня есть для вас блоуджоп. Вот там по аллее как раз таки. Нужно, смотри, собрать бумагу и туалетную вот эту вот приколистику. Ой, хорошо. В чем смысл банан заброс? То есть я пришел в банк, перестрелял всю охрану и забрал сабжи, да? Банан забрать, у меня есть для вас задание. Вы сейчас идете в банк, грабите его нахрен, убиваете каждого охранника там. Умом я придумал! Спасибо за такую работу. Лучше бы в пятерочке на кассе, по-моему, стоять, если честно. Вот два ожерелья и два кубка каких-то новичка, да? Охранники, они чисто идут, типа, по приколу здесь стоят, да? Это даже стреляет. Ни хрена себе, да ты шо? Ты представляешь, нельзя все-таки ворваться в дебильный офис банка, всех там перестрелять и забрать два ожерелья. Слушай, как мир все-таки интересен на самом деле? Просто интересно, есть есть спидран по этой игре. Я могу на этом эмуляторе заспидранить эту игру и прис... Лысый чел какой-то с крыши перед ним упал с пистолетом. Вот такой: да и ладно, собственно говоря. Мне-то срать плюс срать. Я забираю сапчик. И как мне нравится вот этот звук. Как же эмулятор пытается прогрузить получение ожерелья. Хейтеры, понимаешь, говорить типа: ой, этот, как его называют? Alan Wake 2 лагает. На Сеге чел ожерелье взял, все, 20 минут загрузочный экран идет. Зиплайн, это мне надо. До свидания, ебанок. Я не так хотел вообще, на самом деле. Не, может, я так и хотел, на самом деле. Если видосов не будет, то я так и хотел. Бонусный уровень. Бонусный уровень! У меня еще 200 секунд осталось. Его как-то проиграть можно. Ставь обязательно лайк, и тогда будет вторая часть. Там еще куча разных интересных игр, потому что я помню, какие там игры есть, и там полная жесть. Люди, которые спонсируют мой канал на Клуб Чемпионов, спасибо огромное этим людям и всем людям, которые спонсируют и помогают моему каналу. Вы действительно помогаете каналу. Спасибо вам за это огромное. Ссылочка на Boosty есть в описании. Если хочешь меня поддержать, будешь получать у меня секретные прохождения, которых больше нет нигде. И всякие секретные видосы и влоги, поэтому подписывайся. Также подписывайся на Телеграм, там разные новости обо мне. Там же еще ссылочка есть снизу на Twitch, там стримы, поэтому не забывай. Увидимся с тобой в следующем видосе, люблю тебя, целую, обнимаю, удачи тебе и...